Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Ривен 2024. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше замечательное приключение. Уж очень меня интригует, что же здесь происходит, поэтому я хочу это выяснить, попытаюсь я игру пройти. Итак, мы с вами в прошлый раз добились того, что к нам приехала вот такая вот вагонетка. И мы поедем туда, куда отправился тот, кто у нас украл книжку. Сядь сюда. Да нет, не вставай. Как только я встаю, он сразу же открывает дверь. Как вот это вот включить-то? А, и вот так? А, не той кнопкой. Вот так тебе нужно сделать. Да? Так. Поехали. Ух ты, аттракцион. Эх, так мало. Я бы еще хотел прокатиться. Мне понравилось. А вон там вот трещины прямо в воде. Очень любопытно, что ж там такое. Как это все существует? Так, только что какое-то достижение. Далее не успел я прочитать. Что-то там про листья вроде было или показалось. Так, это что такое? Мы сюда можем, наверное, воду налить. Держать нужно. Наверное, сюда нужно что-то подставить. И вот в чем дело, хорошо. Так, мы можем как-то вот это вращать, что ли? Так, а саму вот эту вот повернуть? А вроде бы нет. Что это нам дает? Пока что ничего, может быть, нужно что-то здесь сделать. Ладно, давайте пока что просто осмотримся. Мы в новой области. Осмотрим, что здесь есть, и потом будем принимать решение, что с этим делать. Так, вниз, вверх. Это что такое? Это что такое? Это выглядит как рукоятка. Это что-то наподобие такого топора круглого, что ли? Или какой-то огромный рычаг. Это что такое? Что это такое? Портал какой-то в какое-то измерение, где мы с вами были? Вон там, где как будто в космосе. Ух ты. Да, слушайте, это как будто... О, достижение дали. Тотальный коллапс. Подождите, это как будто, знаете что? Разрыв пространства какого-то. Ужас какой. Мы можем заглянуть в другую реальность, в другое пространство.
Не знаю почему, но у меня такая мысль возникла, учитывая, что этот мир, по сути, существует благодаря тому, что написано в книге. Может, это какой-то дефект книги, допустим, не знаю, дырка в бумаге или капля чернил в книге. Ой, сколько здесь всего. Подожди, давайте проверим, там открыто или нет. Ой, там что-то есть. А я, кстати, не могу сойти с дорожки. О, вот здесь могу. Мы можем сесть прокатиться. Так, подождите, я не знаю, сможем ли мы вернуться обратно. Подождите, вначале так, пешком осмотримся, что у нас тут. Ну, тоже такой... Что это, в общем? Штуковина деревянная. Внутри вот такая вот тоже штука. Тотем какой-то. Может, нужно понять, в каком положении поставить вот эти вот символы в тотемах. Там другой символ, но тоже круглый. Тоже поворачивающийся. Ой, сколько здесь этих самых... Как это? Это не комары, как их? В общем, мотыльки, что ли? Ого, жук. Так, стоп, мы сюда можем пройти. Обязательно пойдем и сюда. Так, подождите, подождите. Что у нас там? Я хочу сейчас проверить, куда мы вообще можем идти, куда не можем. Отсеять все варианты, куда мы не можем идти, а потом дальше изучать, куда мы можем идти. Мы и сюда можем идти. Да чтоб ты был здоров. Мы еще там, подождите, развилка была. Можно влево пойти, елки-палки. Как бы так, чтобы... Чтобы не заблудиться. И здесь открыто тоже, и сюда мы можем пойти. Опа. Так, а здесь тоже... Что за звук? Здесь тоже, возможно, мы сможем остановить эту штуковину и попасть под пространство какое-то. Что это такое? Как будто меч какой-то. Смотрите, рукоять меча. Что за жесть? Слушайте, я сейчас случайно не туда же приду? А, да, я к этой же двери пришел. Отлично. Вот это вот отлично тогда. Откройте. Да, мы можем отсюда открыть. Прекрасно. Стоп, подождите. Раз мы сюда уже вышли, нам, наверное, туда нужно. А здесь слева. Ай, елки, хоть бери и разрывайся. Не знаю, в какую сторону нам идти. Чтобы ничего не пропустить. Хотя, конечно, в любом случае мы везде побываем. А просто, чтобы не забыть сразу, где еще куда можно пойти. У нас нет ничего наподобие карты. Поэтому лучше сразу хоть немножко как-то осмотреться, запомнить, где какие есть проходы, и держать это в голове. Твою ж дивизию. Это что за динозавры? Жесть. Ой, какая водичка красивая. А куда они там смогли нырнуть? А, там глубина есть. Проход на глубину. Да, вон, там есть куда нырнуть. Я, конечно, понимаю, что это другой мир, тут другие существа и все такое. Стоп, вон туда можно пройти. В общем... Но все равно удивляюсь. Ух, как вот здесь красиво. Вот здесь бы покупаться. Ах, какая чистая вода. Смотрите, дно какое чистое. Вообще нет ни растений, ничего. Правда, динозавры какие-то есть, но они вроде не хищные. Так, стоп, я сюда не могу пройти. Жалко. Ты как же тут красиво.
А если мы сюда пойдем, мы сейчас случайно не там же выйдем? Так, нет, это мы... Стоп, я заблудился. Я уже, по-моему, заблудился. Тут еще тоже есть... Такой вот тотемчик, скажем так. А это что сверху? Ёлки-палки, как интересно тут все изучать. Пока что вот мы по этой локации ходим. И кроме вот этих тотемов, в принципе, я никакой головоломки здесь вообще даже не вижу. Но все равно, как интересно здесь все изучать. Локация определенно большая. Перед тем, как принимать решение и как-то здесь... Что? Мне показалось, что я кого-то слышал? У меня галлюцинации, может быть, паранойя? По-моему, я там кого-то слышал. В общем, перед тем, как принимать решение и решать головоломки, нужно здесь все осмотреть, чтобы просто запомнить локацию. А там что происходит? Это вообще напоминает поселение какое-то, домики такие, что ли? Ой, сюда можно пройти. Стоп, я откуда? Я вот оттуда пришел. Мне интересно, что это за штуковина, что она там ездит? Она куда-то под воду поехала вглубь или что? Или она просто по кругу курсирует? Но вроде уже я ее даже не вижу. Где-то она там, вон... Вон она, стоп. Вон она едет. Нет, туда она не заезжает. Все, больше не вижу. Кстати, тут огонь горит, тут кто-то был. Стоп, 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 а я туда не пройду. Фух, ну наконец-то мы хоть где-то в тупик уткнулись. Потому что пока что мы везде можем побывать. Прям не знаю, с чего начать. Ух ты, тут красиво. Может быть, мы дальше на такой же штуковине вот поплывем под воду? Это было бы просто супер. Возможно, нужно ее как-то сюда вот пришвартовать и в нее сюда спуститься. Что у нас там? Хм. Это напоминает мне какую-то, не знаю, школьную комнату. Вон доска, тут лавочки, чтобы все сидели, учились. Вон алфавит по стенам. Так, это знаете, что мне напоминает? Это напоминает кнопочки, которые там на устройстве находятся, где мы пар в прошлый раз подводили, рядом с тем местом, где мы появились. Только там намного больше кнопочек. А вот это вот... А вот это напоминает... На вот этих тотемах, вот, допустим, где один есть... Стоп, может на тотемах есть значки, нужно смотреть, где значок какой стоит, туда вот поворачивать вот эти вот. Точно, мы это с собой берем?
Ну тогда сфоткаем хотя бы. Что я сделал? Ладно, пока что непонятно. Пока что ничего не понятно. Здесь что-то обведено. Как будто, слушайте, как будто это домашнее задание или что, и здесь ошибка исправлена. Неправильно, допустим, написал первую букву. Ха. Любопытно как. Может, нам это тоже понадобится. Давайте, наверное, нас фоткаем. Возможность фоткать, конечно, здесь это классно. Это очень удобно. Иначе пришлось бы мне перерисовывать, тратить время. Марокко лишнее, а так раз просто, и все. Так, это ну что? Ух ты! Терекой данни, ки байем реват, ароем бетик тавом, га бодо на гаем. И что? А может, мы как-то должны язык, что ли, выучить, чтобы потом понимать, что вот здесь написано, что он говорит, к примеру. Но с вот этим мы уже что-то можем делать. Стоп! Смотрите, я только заметил, что вот что-то опускается. Кстати, вот эти символы... Нет, там на бумажке, ну да, те же символы, ну как бы, причем там не то, то нам не поможет. А ну-ка, если дальше... Повращать еще, чтобы вот это вот опустилось. Это просто напоминает, смотрите, какую-то рыбу здоровенную с открытой пастью. Возможно, вот мы кормим ее, что ли? И что-то произойдет тогда? А чего вот этот опустился меньше? Ну-ка, подождите. Что-то произошло, не? Или оно как бы сбросилось?
Сейчас этот опустился на 7 раз вниз. Вот этот опустился на 6 раз вниз, при этом другой символ. Слушайте, вот это может быть головоломка. Так, ну подождите, как бы мне... Ну мне в любом случае придется, значит, брать ручку и тетрадь. Без этого в этой игре все равно не обойтись. Я думал, получится обойтись одним фотоаппаратом. Нет, потому что тут получается, что нужно все-таки записывать и зарисовывать, иначе никак. Я хочу пробовать зарисовать, сколько... Как бы... Какое количество опусканий каждому символу соответствует. Допустим, вот этот символ у нас будет... Сколько там я сказал раз? 6, по-моему. Ой, не выходи. Восемь аж. Слушайте, это тут может быть подсказка. Так, давайте так. Вот стрелочка такая, это у нас 8. А, и потом перерисую покрасивее сейчас, лишь бы просто, лишь бы наметить. 9. Так, рисуем. Так вот. У нас 9. А сейчас не получится, наверное. А, получилось 4, да? Я думал, если будет больше, то он уже его как раз поймает, и в итоге заново придется. Ладно, сейчас это у нас... Вот так, 4. Это было у нас уже. Раз. Один раз. Вот это единичка. Семь, да, вроде? Семь. А единичка была у нас уже. Два. Так, это похоже на 7, только по центру нету. Это у нас просто двойка, значит, хорошо. Так, у нас уже есть 6, 8, 9, 4, 1, 7, 2. Нам еще нужно что? 3, 5. 3, 5. 0 здесь вряд ли будет. 3, 5. Восемь, это у нас уже есть такое. Такое у нас есть, семерка. Восемь тоже есть. Двойка. Давай заново. Шестерка есть у нас.
Двойка. Это семерка. Да что ж такое, он тоже есть. Пятерка, хорошо, пятерки у нас не было. Это рисую. Такая пятерка, хорошо. Тройка, хорошо. Так, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нам нужно, получается, 0, наверное, или здесь нет нуля. Но должен быть, иначе как, допустим, сделать больше десятка? Как сделать 10? Нужно 1, 0, чтобы был, или... Или цельная десятка, или 1, 0. Давайте еще попробуем. Это у нас есть, это девятка. Это у нас тоже есть шестерка. И это у нас тоже есть. Мы, получается, сейчас получим цифры, из которых мы потом можем составлять коды и так далее, и где будут вот такие символы, то есть кнопки с такими символами, мы сможем вводить коды, пароли какие-то. Но нам нужен ноль. Или десятка, или ноль, потому что... Хотя кто сказал, что у них 10 должно быть чисел, цифр? Мы же в другом мире. А сколько было кнопок? Подождите, сколько кнопок там было? Я фотку не делал, ёлки, обратно не поеду, конечно же. Я фотку там не делал кнопок. А ну-ка, кстати, давайте мы посмотрим. Вот здесь вот что у нас. Это у нас получается верхняя 8, потом 1, потом... А вот потом какой-то неизвестный символ, третий сверху, потом у нас идет 5, потом у нас идет... 3, потом у нас идет 6. А вот третий сверху, слушайте. А вот он неизвестный. Нам нужно его найти. Вот либо 0, либо десятка. Он получается, я был прав. Все-таки давайте искать. Даже нарисую сразу его. Нет. Да чтоб ты был здоров. Так можно 2 часа вот так вот крутить. Я понимаю же, что он по-любому есть, но мне нужно четко узнать, это ноль или десятка. Thank you.
то у меня потом вдруг какая-то головоломка не сойдется, буду мучиться из-за этого. Поэтому лучше сразу сейчас все-таки дотерпеть, сколько бы это ни заняло времени. И мы четко, по крайней мере, будем знать уже точно. Но тут закон подлости. Нужный символ все не выпадает и не выпадает. Тут рандом идет просто. Жалко, что нельзя выставить нужный символ, чтобы нам просто показало, что он означает. Слушайте, а таким образом прям действительно довольно просто выучить цифры. Ихние тут местные. Это как будто игрушка специальная для того, чтобы учить цифры. Забавная, с одной стороны, а с другой стороны, в этот момент учишься, пока играешь с игрушкой. Но нужный символ не выпадает. Он здесь вообще есть? По-моему, он есть, потому что когда они мелькали, я его видел. Ну, то есть здесь же вращается, по сути, эта штуковина. Там было видно, что этот символ есть, но только вот с моим везением он просто не хочет выпадать. Ну, шанс выпадания 10%, но своим везением эти 10% все равно, что 0%. Да как так? Я видел, мелькал здесь есть, который нам нужен символ. Этот бы процесс как-то ускорить хотя бы. Вообще, вряд ли он ноль. Почему? Потому что здесь же, если ноль, то как бы наживка вот эта, или это человечек, жертвоприношение какое-то, оно не опустится вообще тогда вниз. По идее. Так что скорее не ноль, а 10. Но это не точно. Да твою ж дивизию, такое ощущение, что специально сделано вот так вот, что ну никак ты его не получишь, нужно самому догадываться. Ну, в принципе, у нас два варианта есть, да, не так уж и много, два варианта всего лишь, но все же мучаться потом... Thank you.
общем, ладно, плюем на этот символ. Мы знаем, у него есть два варианта. Будем просто по обстоятельствам уже как-то его использовать. Допустим, если будет с этого символа что-то начинаться, то явно он не ноль означает. То есть здесь у нас получается что? Здесь у нас получается 8-1, потом здесь либо 0, либо 10, 5, 3, вот это на что? Это у нас 6. 5, 3, 6. Это мы сфоткали, ладно. Это мы сфоткали. Последний раз пробуем на дорожку. И идем. Да. Вот если, кстати, если нам вернуться назад и там кнопки нажать, допустим, в каком порядке нажимать кнопки, ну, понятное дело тогда, что это, если там есть этот символ, и нужно просто по порядку нажать кнопки, то символ не может означать 0, потому что как мы нажмем 0? 0 как бы не с нуля же начинается, с единички. В общем, черт его знает. Пока что давайте думать. Значит, сюда мы пройти не можем. Слышали? Ну, по-моему, реально чей-то голос был. А здесь нету никакого символа, никакой подсказки, вот чтобы вот... Что здесь вести? Цифры, допустим. Эту-то я могу выставить, только в какое из положений? Мне ж нужно знать, какая цифра вот этого вот. Будем считать это тотемом. Но на нем никакой пометки нету. Кстати говоря, я-то думал, что будет пометка, и я по ней смогу определить, что здесь куда выставить. Оказывается, нет. Здесь, может быть, не на нем самом пометка, а где-то рядом, может быть, вот отсюда посмотреть. Нет? Черт его знает, ладно. А, ладно, идем тогда дальше. Пока что куда мы еще можем? Где мы еще не были? Я уже вот начал забывать, где мы были, где не были. Ой, опять там, смотрите, лежат динозавры. Но это определенно не хищники. Так, стоп. Отсюда мы пришли вообще. Можно, кстати, сгонять туда, сразу попробовать по поводу кода, там кнопки понажимать. Ну ладно, потом. Вряд ли мы сюда прибыли, чтобы сразу потом отсюда уехать. Здесь еще куча мест. Я, правда, уже запутался, где мы были, где мы не были. Так, а можно пойти сюда, либо сюда, и мы туда же выйдем. Но, по-моему, здесь еще была развилка.
Это мы вот так вот пойдем, мы выйдем прямо туда. А вот чтоб туда попасть, как бы... Ничего не увидим интересного. Я думал, мы наверх поднимемся. Стоп, а наверху там мы еще могли пройти. Ёлки-палки, кстати говоря. Или... Да, мы еще могли... Наверху там пройти где-то. Ёлки-палки, лабиринты какие. Вода здесь красивая. Тут тоже поднято, тут... Тут мы ничего не можем пока что. Так, понятно, не сюда. Подождите, а это куда ведет? По-моему, тут мы не были. Не, мы тут не были. Слушайте, еще новое место. 6. Тут очень красиво. Это как будто хамелеон какой-то, ящерица какая-то, глазастая. Но сейчас мы тут ничего не можем сделать. Ладно. А мы где-то сверху были. Как мы туда попали? Стоп, а тут мы были? Твою дивизию, я еще проход нашел. Да тут лабиринты. 6. Я еще куда-то пришел. Опа. Еще один тотемчик. Жабка какая-то. Стоп, 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 стоп. А тут как будто вымазанная, как будто тряпкой нужно протереть, что ли. Но я ничего не могу сделать. А пометки тоже не вижу никакой. Ладно, ладно, допустим. Хорошо, тоже запомним. Хотя какой запомним? Через 5 минут я забуду, по-любому ведь. Ну, это просто по-любому. Стоп, нет, это я отсюда пришел вот так вот. Тогда сюда идем. Это мы сейчас выйдем, получается, вот сюда. Мы вот сюда вышли, к этой калитке. Хорошо. А, вон еще наверх, да? Нет, стоп, это проход. Куда? Это мы отсюда пришли? Или да, или нет? А, да, мост. Подождите, а где был? Стоп, я заблудился. Все, ребята, я заблудился. Не могу сориентироваться, где мы были, где мы не были. Это мы сейчас идем, это мы обратно можем вернуться, да? Это просто проход обратно, все.
Так, подождите, давайте прикинем. Слишком много вариантов, куда идти. Я запутался, не могу сориентироваться. Значит так, если мы пойдем туда, мы можем туда же выйти. А где у нас... А где мы могли что-то там с водой, к примеру, делать. Стоп. Я уже вообще заблудился в полной программе. Карты, ребята, очень не хватает карты. Я вот уже сейчас заблудился. Слишком много вариантов, куда пойти. Я вот сейчас не могу сообразить, собственно. Нет, туда нам не надо, это мы выйдем опять туда же. Не могу сообразить, какая дорога куда ведет. Вот просто я запутался. Слишком много вариантов. Это мы сейчас придем, по идее... Стоп, по идее, не совсем туда, куда я был. Подождите, а как я попадал в другую сторону? С другой стороны совсем нужно туда идти. Здесь делать нечего. С другой стороны там что-то, может быть, можно сделать. Да, здесь сложность... Получается не только в том, чтобы решить, собственно, вот какую-то головоломку, к примеру. Здесь сложность еще в том, чтобы найти, куда нам надо пойти. Стоп, подождите, почему я здесь... нет, все правильно. Все правильно, я иду, мне нужно туда. Сложность в том, чтобы разобраться, куда пойти, что сделать. Просто здесь нет подсказок, здесь нет карты, даже нет вообще ничего. Хоть бери, сам рисуй себе какую-то карту. Просто попробуй запомни, где тут какие проходы, куда ведут. Вот оттуда мы пришли, это я помню. Ну от этих толку никакого, они тут просто лежат, отдыхают и все. Сюда не пройду. Нет, показалось, что проход есть, но нет. Здесь есть какое-то узенькое место, но я не могу туда протиснуться. Это похоже на проход, но не проход. Стоп. Опа, мне дали достижение, новая перспектива. Смотрите, я с помощью этой штуковины, что это, линза какая-то, в общем, стеклышко, могу видеть какие-то пометки. Бабочки. Это какая-то краска. Интересно. Слушайте, вот теперь нужно заново обойти всю локацию и искать какие-то пометки.
Вон там почему-то белым прям все закрашено, или там лилась-то краска. Так. Слушайте, а может быть теперь мы сможем на этих тотемах увидеть метки, какие-то цифры? Я уж думал сказать, что мы еще какие-то проходы вот здесь нашлись. Нет, может быть теперь вот мы увидим. Это моя невнимательность, оказывается. Мы проходили здесь, но я смотрел не туда. Я любовался видом, а нужно было искать что-нибудь. Что-нибудь. Вот сейчас к тотему подойдем. Посмотрим. Ох ты, смотрите на дереве, как красиво там мотыльки, видимо, сидят. Давайте первым делом взглянем. Нет, это цветы показывают на дереве. Кстати, на самом дереве здесь не может быть метки. Нет. Ха! Смотрите, мне даже не нужно, получается, цифры искать. Здесь прям показывает, как выставить нужно. Вот так. Ну, шикарно, мы уже очень многое можем с вами сделать. Уже очень многое можем сделать. Теперь нужно ходить просто и... везде вот это вот выставлять. А слушайте, а как я это могу доставать, к примеру, и так далее? Вот я, допустим, его сейчас убрал. Что мне теперь сделать, чтобы его достать? А ну-ка, сумочки. Вот оно. Все, оно у нас при себе есть. Меня этот момент просто волновал. Что будет, если я его уберу? Я могу в любой момент его достать теперь и посмотреть через него. Это прекрасно, ребята. Теперь нам нужно всю локацию заново обойти, проверяя все эти символы и сопоставляя их. Но знаете что, ребята, давайте мы здесь уже на сегодня тогда прервемся, продолжим в следующий раз. Игра довольно-таки неторопливая. Нужно много, много, очень много исследовать, искать, проверять, замечать и так далее. Сопоставлять и потом уже думать, как это все применить, как это использовать. Но, по-моему, это классно. По крайней мере, здесь интересно. И даже гуляя по тем же самым местам, я здесь не заскучал, потому что здесь прям вот красиво здесь. Вот просто реально очень красиво. Надеюсь, ребята, вам так же интересно, как мне. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока!